вообще не спал. Дальше тем больше. Ну вот здесь большая часть, да, не все-таки. Выполненное, как бы сейчас сказали. У нас второй день. Первый полноценный. Мы же влог снимаем. Даже красится. Мы едем на завтрак. Уже зря оделись. Да. Потому что у нас завтрак в гостинице слово отеля. Гостиница, а мы такие думали, что щелкунчики. Мы на завтраке. Ага. А. Это видео было. Ну просто. Это видео было. Это видео было. Как ты все тебе? Утро началось с того, что Саша мне не открывает дверь. 2 hours later. Это видеоблог. Сегодня третий день. Я уже снимала жестко долго встречалась с Сашей. Сегодня у нас что? Пеший уход по городу и... Эмитаж. Вчера мы играли в зомби. Так, я, Варя, Таник, Федя, Вася, Артур. Нет, Вася, Сеня. Федя бывает зомби. Ну, короче, не понял, может понимать. Потом нас, ну, типа, женщина поругалась, сказала, не бегайте, типа. Вот мы ему запоехали. Они там вообще... Они там вообще настолько играли с 9 до 8. А нет, до 10, потом ушли. Третий день. У нас сегодня Эрмитаж, Исаакиевский собор. Все пешком. Все пешком. Потом вечером в театр идем. Да. Чай черный. Вася, расскажи свои впечатления от сегодняшней прогулки. Ноги устали. Так вообще красиво. Сильный ветер. Я так реально 7 метров. Ты видела? Да. У нее влог. Пошли играть в зомби, а не А мы пошли спустить в комнату. Да. На свое весело. Читаю до 20. А ты почему сюда? Че, круто играть в зомби, да, Тамик? Нормально. А че с У меня влог. Они бегают на 5, их наругают, они придут. Так было в прошлый раз.
Тетенька вышла из-за того, что Ваня такой: беги, беги, беги! Он там, беги, беги, быстро, быстро! Сидит на играл, но не будет там. Да, все равно люди живут, нет? Уже четвертый день. Пойдем кушать. Ура, Саша собралась! Я стрелки не съела. Ну так, норм. Мы спустились по другому лифту. Вещи, успокойся. Нет, это оборудование. Мы идем в галерею. Знаешь, что у меня видеоблог? Серьезно? Да, и потом у меня будет влог с поездки. А, я ни разу не видел. Влог поездки? Да. Ой, Вася. Сегодня же пятый день в Питере. Мы уже должны пойти номера. Всем привет, скажите. Я замутился. Привет. 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 Все, крайний раз едем на этом юнити, это же я. Мы смеемся. Ты меня сольешь потом, сольешь. До свидания. Привет, ладно, ладно, все. Вася, послышала, ты сказала, типа, не Вася в клубе, а Вася в клубе, короче. О, но! И Вася жестко прорвался. Йоу, мы уже в Москве. Скажи привет. Ну, короче, сейчас будем общаться. Можно? Да. Я никогда так не пробовал. Берешь ли так-то? Попробуй. Вкусно. Да. Просто дело в том, не, я с точки зрения... Грубо, да, ты понял, как это? Тебе не есть канал такой крутой. Для блога, для блога. Доброе утро. Доброе утро. Это канал, поставить иголочку. Иголочка, ты ее пошли. Привет. А что вы снимаете? Ну, Тася сказала. Чё? А, рубишься? Да, нам что? Ну, что происходит сейчас? Рассказывай. А, что? А. А, так вот. Дима опять на себе. Какой? Кондратьев. Всем с братом. Почему я не могу пошире сделать? То есть... Федя молодец. Федя добрый, честный, порядочный человек. Сегодня шикарное утро в Москве. Сегодня мы что мы за тебя наберем? Так, по своим деям разбирайся.
И они мне еще привозили вот такие штуки. И еще это там, где всякие типа KitKat, Snickers, такие коробочки. И это я помню вообще. О, одна только открылась случайно, да. И мне мама вот такую большую коробку, помню, принесла. Я там за 2-3 дня вроде все съел. Остались вот такие серебряные, невкусные, черный чувак. Мама потом сама доедала. Что-нибудь возьмешь таблерон, ты же хотел? Таблерончик. Таблерончик. А вот моя любимая шоколадка вкусная. Мы уже в аэропорту. Тут супер дорогие цены. Эх, сейчас бы в Магнит или Пятерочку, да? Да.